Вот за сегодня уже третье посещение сотрудников полиции пикета. Вот они сейчас взяли объяснительную. А из чиновников и депутатов законодательного собрания никто не вышел до сих пор. Предприниматели все так же стоят у крыльца краевой администрации, где работает наш земляк Александр Викторович. Вот. Но так, а никто не выходил, да, к вам из чиновников? Ну вот, только полицейские выполняют свои обязанности. Ну, все корректно, все с пониманием, просто берут объяснительные, никаких претензий пикетирующим нет, потому что все в рамках закона. Вот. Напомню, что никто из чиновников, представителей власти так и не вышел, и депутатов заксобрания тоже никто не выходит. Да, Александр Викторович, дорогой наш земляк, хватит сносов. Нужно сесть и выслушать точку горожан, точку зрения горожан. Надеялись на него, да. На его имена. Они не оправдали наших ожиданий. Вы думаете, не оправдали ожиданий? Может, нет, все-таки не оправдали. Они только делают вид, что скорее сделать, снести и сделать чисто для кого-то, для буржуев, которые приедут на универсиаду. Из-за них за 10 дней универсиады останется 100 тысяч людей без поголовья. Без дохода, без павильонов, без квартир. Я вот свою квартиру подала в комнатную. Ну вот эмоции переполняют. Но будем надеяться, что те, кто работает для нас, для людей, может, все-таки кто-то выйдет, хотя бы что-то скажет, какие-то слова поддержки.